Всем привет, дорогие друзья! Мне, скорее всего, друзья, придется создать себе новый канал. А на этом канале, друзья, скорее всего, возможно, я больше и прохождения не буду выкладывать. Почему? Мне придется создать новый канал, потому что, друзья, мой друг по неволе, как говорится, оказал мне медвежью услугу. Он, конечно, не знал это, но все же. Он, получается, накрутил мне подписчиков, и из-за этого YouTube никак не рекомендует меня. Добавил меня, возможно, наверное, черный список. И поэтому, друзья, мне, скорее всего, придется создать новый канал, начать все с нуля. Если что, друзья, ссылка на него будет в описании. Вам, может быть, я и оставлю старый канал и буду там записывать и летсплеить. Что бы вы, друзья, сделали бы? Записывали летсплеи бы дальше бы на канале, если у вас такая хрень. Получается, вас YouTube никак не рекомендует и не будет, потому что, ну, из-за такой вот хрени. Или вы все же создали бы, как я, новый, хотя я не хочу это делать, и... В общем, вы продолжили бы на старом все канале делать, или на новом бы делали, а? Вот, я вот, честно говоря, друзья, столько сил времени вложил в данный канал, честно говоря, но я не знаю, что на самом деле делать. То есть, напишите в комментариях, что бы сделали вы, и я, возможно, сейчас создам канал новый, но пока ничего делать на нем не буду, это как будто резерв. Возможно, потом я все же на него начну заново все делать. Ах, вот, если окажется правда, то что я нахожусь у YouTube в черном списке. Если это не так, то это будет хорошо. В общем, очень сложно и не знаю, честно говоря, что делать. Что бы вы реально сделали, напишите в комментариях и какой вы можете дать мне совет. Продолжать дальше на этом канале стримить, летсплеить, и все-таки у меня получится, и я не в черном списке. Или все же новый... создать и все такое. Друзья, если что, на этот канал, ну, который я создал, будет ссылка в описании. Всем спасибо за внимание. Жду, друзья, ваши советы и очень реально жду. Всем до новых встреч. Пока-пока.